Коммунальные службы Жамбылской области полностью готовы к работе в зимний период. На старте более 130 единиц техники. Кроме того, дополнительно закупит еще 17. На эти цели выделено 400 миллионов тенге. Протяженность дорог местного значения в регионе составляет почти 4000 километров. Проводить механизированную очистку от снега будут 17 предприятий. В наличии имеется порядка 155 тысяч кубов инертного материала. Больше всего от снежных заносов страдает Жуалинский район. По словам акима района, в прошлом году из-за обильного снегопада вовремя расчистить все дороги не хватило техники. Ведь всего в арсенале было 16 машин, поэтому в этом году закупили еще 6 единиц. Подготовлено 270 тонн соли, а также 1600 кубов песка. Техника у нас сейчас после ремонта и капитальных ремонтов все подготовлено на 100%. Имеем на двух перевалах пункты обогрева. Дополнительно подготовлено 6 школ с пунктами обогрева, чтобы вовремя принять пассажиров.